вашем слайде полигона. Тогда так и скажите. Полигон в том числе и заводник. Вы же не говорите. Сегодня прошли общественные слушания по переводу земель. Связано это все со строительством мусороперерабатывающего комплекса. Слушания прошли очень эмоционально, не очень продуктивно. Администрация не ответила ни на один вопрос. Какие-то перипетии с бумагами, записываются, не записывают, дают слово, не дают. Отчетов никаких у них нет. В проекте по ВОЗ ни одного нету состоятельного отчета. То есть это все сплошные отписки и выписки. Это никуда не годится. Проект сам тоже абсолютно не удерживает никакой критики. То есть, ну, ребята, если вы хотите говорить серьезно, давайте серьезно, а не вот эти вот бумажки, отписки, непонятно что. А строить мы все равно не дадим. Просто не дадим, потому что эта земля не для помойки. Ну, собственно, мы будем продолжать бороться дальше за нашу землю.